Йоу, привет всем, это Entire Music. И сегодня я покажу вам, как сделать из какого-нибудь скачанного 808-го сэмпла нормальный бас. Короче, ну возьмем мы более-менее такой хороший саб. А не вот здесь. Ну вот так вот примерно звучат они. Берем, вот мне нравится этот, к примеру, там, да. Жмем. Видим такую картину. Ну, во-первых, проблема будет в том, что он сочетается с киком не очень хорошо, но это уже второе. Первое, будет неудобно его использовать из-за длительности. Допустим, у нас там определенный темп, вот 130 BPM сейчас стоит. У нас будет он быстрее, допустим, 160 BPM, более быстрые темпы. И нам он такой длинный не нужен будет. В принципе, как бы можно обрезать, помутиться с ним. Но я выбираю другой вариант. Есть такая классная фишка, называется Crossfade. Вот, она совмещает сэмпл. И вот пока я держу, он будет играть и на месте, получается, вот на этом соединяться. Когда я отпускаю, все, сэмпл не играет. Ну, то есть получается аналогично, как на синтезаторе каком-нибудь пробовать делать бас. Ну вот, но если синта нет, а есть хорошие сэмплы, почему бы так не сделать? Ну вот, ну и нужно просто подобрать как бы оптимальный какой-то вариант. Не всегда это легко. Ну вот слышно небольшой скачок. Ну, от скачков можно попробовать компрессор. Вот на всю самое отличное. Вот так. Теперь, допустим, Ctrl-L, я его направляю на первый канал. Сюда я добавляю эквалайзер по-любому. Ну, эквалайзером, в принципе, на басе. Немножко вырезать до середины, где-то там низкие частоты. Вот, обязательно. Ну, как обязательно, это даже больше на вкус, но желательно. Компрессор, ну, потому что у меня тут сохраненные настройки немножко есть. Вот она, бас. Ну, это я так на глаз ставил. 4 к 1 соотношение, релиз 400, атаки вообще нет. Атаку я убираю, так как она мешает нормально воспроизводиться кику. Если кик отдельно будет, то бас отдельно. Ну, вот, немножко репит бас слышно. Threshold gain можно чуть убрать. Ну, хватит, я думаю. Так, ну сейчас накидаю каких-нибудь сэмплов, слеплю небольшой просто. Да, вот любой. Возьмем кик. Clap snare. Да пофиг, любой возьмем. Clap snare и head какой-нибудь простенький. Ну, такой мне нравится, допустим. Ну, вот полезная штука, я не знаю, может кто не видел. In-out. In это получается мы регулируем атаку, как бы сэмпла более мягче делаем. Out там наоборот релиз уменьшаем. Ну, на хэтах иногда полезно делать небольшой релиз, если надо, чтобы он резче звучал. Ну, типа того. Ну и там простой бит 130 ватт трэп биток. Ну вот так. Да, на первую дорожку. Чуть-чуть сделаем хэт. Ну не знаю, я всегда делаю
кик-снэр на одной дорожке, что-то так. Ну, сейчас немножко с хэтом тут помудрю. Вот, типа того. Это так легкое. Это я сейчас ничего не вешаю на мастер-канал. Я обычно сходу туда кидаю небольшой там эффект для паранормирования. Панорамирования. Вот, так, теперь бас, поехали, следующая дорожка. Ну, тут тоже под нужный синт подбираем, потом, если у вас уже будет там какое-нибудь пианино или еще что-то, подбираем ноту и, в принципе, делаем бас-лайн. Допустим, сейчас покажу. Ну, в пиано ролл, естественно, продолжительность нот. Это вот жмем. Вот, пиано ролл открывается. Вот в чем фишка. Это я делаю тоже без всяких там прибамбасов. У меня лежит M-Audio Axiom, но я пока сейчас немножко не пользуюсь. Вот в чем удобство. Ну, типа того. Ну, вот у нас как бы получилось. Ну, сейчас заодно, допустим, покажу какой-нибудь синт, как из родного можно даже что-нибудь брать. Вот плагин Presets, Generators, что там у нас, Halmer, Leads, ну и сейчас что-нибудь там. Стрёмно какой-то. Ну, о, это отлично. Для трэпа подойдет такое. Это нота Е у нас будет. В общем, в принципе, тут урок по басу, поэтому это основное. Остальное все я покажу, может быть, позже. Ну, сэмпл, лид. Мы, допустим, тоже добавляем эквалайзер. Кстати, важно для баса со всяких фоновых штук убрать инструментов, убрать где-то до 150-200. Вот, мы видим диапазон герц. Частоты, чтобы бас не забивать. Но кроме ударных. Там ударные — это отдельная тема. Ну, тут лид видно, в принципе, что он. Ну, реверберация сейчас добавлю. Где она здесь? Ну, как-то так. А, реверберацию кинул. Бывает такое. Я, походу, все инструменты на этот канал киданул. Так. А, нет, нет. Фишка в том, что вот, раскиданы они по каналам. А у нас на этом канале на втором еще кик оказался. Вот второй, вот второй. Ну, просто кик, допустим, кидаем. Третий. Да. Сюда кидаем клэп,
А. Ну, сюда хэт. Ну и бас у нас сильно. Можно чуть тише сделать. Ну, на этом все. 10 минут и так. Entire Music.